Урок ОБЖ у 6 Г-класса начался с вопроса о том, что такое терроризм. Учитель подробно описал трагические события в Беслане и показал ребятам видеоматериал о хронике тех событий. Вся страна была потрясена теми бесчеловеческими действиями, которые произошли в городе Беслан. Все следили, сопереживали людям, которые находились в то время в той ситуации. Никого не оставили равнодушными кадры с места трагедии. Стихи и музыкальные композиции, передающие все горе и страдания, которые тогда пережили люди. Люди, которые защищали других детей, спасали их жизни, они подвергались опасности своей жизни, и их нужно помнить, потому что они совершили подвиг. Погибших вернуть нельзя, но можно искоренить терроризм как явление. На это и направлена акция памяти, которая ежегодно проходит 3 сентября в России. Для детей проводят различные мероприятия и классные часы, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о тех страшных событиях. Как я знаю, там было очень жарко, и им запрещали пить или, в принципе, говорить на их, на русском языке. Воспитание в детях активной гражданской позиции поможет в будущем избежать трагедий, подобных той, что произошла в Беслане 17 лет назад. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.